Друзья, всем привет! Сегодня будет проверка только одной морды, так как мы отправляемся по разведке следов дичи. Но наш путь проходит через данную морду, из-за чего ее и проверяем. Ну и как вы сами можете видеть, улов не заставил себя ждать. Хоть он и незначительный, но рыба все-таки есть. Я еще ни разу не ловил рыбу по-настоящему, с профессионалами. Можно, только червей сначала подкопай. Начинать надо с простейших способов ловли. Сначала на червя, потом плавно переходим на блесну, а потом уж... Видео, к сожалению, о поиске следов и присутствии дичи на данном участке я не заснял, так как забыл захватить с собой пауэрбанк, а аккумулятор на камере быстро сдох из-за того, что была очень низкая температура. Да и отец не очень любит съемку. А, ну я же видел, сюда же приходили с бренью. На обратном пути камера, а точнее аккумулятор, смог согреться во внутреннем кармане. И мне удалось заснять проверку спустя 3 часа, как мы возвращались обратно. И за 3 часа в морду забежало еще несколько щукарей. Ничего такая сковородочная. Так. Следующий раз я отправлюсь один на проверку морд. Так что съемка будет более детальная. До встречи на канале. Не забываем ставить лайки, подписаться на канал. Для меня это очень важно. Всем пока. До новых встреч. Я не понял, это что, все что ли?